Что там? Да. Доброе утро. Будни обычные, стандартные наши начались. Ой, не туда. Не туда. Начались они в четверг. Вот так я смогу. Она не ищет. Тут я запуталась, ребятки. Все на месте, сориентировались. Я хочу курточку сдать, одну почистить, другую кнопки поменять. Все время забываю, в багажник положила и забываю. Все, Соня отвела в сад, она так радовалась. Такая, ура, сад. А, что, я еду? Вот эти две курточки. Белую от Сандро, по-моему, и вот такую вот бежевую от Херна. Одну почистить, другую отремонтировать. Надеюсь, получится. Монтирую влог, и кусок у меня пропал. Я, видимо, не записала, сдала эти куртки. И вышла, жаловалась вам на то, что... Ну, дорого, на мой взгляд, не знаю. Постирать куртку в итоге оказалось 25 евро. Вон, сколько? 23,95, да? 24 евро. И, не знаю, ладно, одну курточку там раз в сезон. А если вот вы хотите там, я не знаю, 5 курток своих постирать или там запачкались, вот как белая, да, она макияжем все время пачкается, и вам надо там все время ее сдавать. Ну, мне кажется, это дороговато для стирки. Не знаю, ребят, напишите, может, это нормально, может, я просто никогда не пользовалась этими услугами, сколько у вас стоит химчистка. Вот, а с другой курткой вот этой вот не получилось, ну, в этом ателье сделать кнопки. Сказали, что она не делает кнопки, но дали мне номер другого ателье. И да, она сказала, что ничего сложного, там где-то распороть и в другом месте вставить, что она мне может распороть, а я сама вставлю. Но что-то я вообще не вкуриваю, как это делать, поэтому лучше сдать в вашем городе, в вашей стране. Жду Мадину возле ее клиники. Они что-то еще закрыты. Я звоню, говорю, вы что, еще закрыты? Она говорит, вообще-то, да, мы сегодня с 10, но она перепутала, и так что она прямо сейчас будет где-то. Она тут уже идет. Вот жду. Nächste Woche Donnerstag 11:20. Warten Sie. Одинчик. О! Юля, всегда... Вы знаете, как называют на русском вышибала? Гопница. Один раз в неделю и забирает у меня деньги. Так приятно. Русская, она, конечно, мафия. Врет, но... Русская, еврейская, бухарская мафия. Zu schönem Mann zu sein. Заехала в другое ателье, там сказали, можно сделать. А, ну вот вы видели, я вам коротко показала цены. Ну, что-то до хрена дорого, мне кажется. Сейчас он посмотрел, говорит, ну, примерно, говорит, ну, говорит, будет больше 50 евро стоить. Ну, я не знаю, ну, ладно, если там что-то очень надо, или очень дорогая куртка, и единоразово сделать, ну, окей, но если вот так вот без конца что-то относить, это же дорого. Не знаю, или что, или это нормальные цены. И он говорит, тут очень тяжело, тут надо это. Хотя там мне сказала, говорит, тут просто вот тут отпарываешь, и кнопки внутри. Если, говорит, вы, говорит, даже можете это сами сделать, я могу отпороть. Если у них есть такие кнопки, вы просто возьмете их, ставите, а потом тут зашить. Я говорю, ну я вообще не могу. Он говорит, да тут несложно просто отпороть. Я говорю, ну я вообще таким не занимаюсь. Этот говорит, сложно. Вот не знаю, кому верить. Может быть, взять у них кнопки, а та, чтоб мне сделала. Ну, тоже бред. Ну, в общем, он сказал, я не знаю точно цену. Он должен с шефом поговорить и позвонить мне в среди дня. Ладно, сейчас я еду в продуктовый, закуплюсь. Я сегодня собралась готовить что-нибудь такое на ужин. Вернулась с магазина, покажу вам, что купила. Лук, картошечка, яйца, сыр. Яблоки, масло мое любимое, помидорки, редиска, виноград, очень классный авокадо, такие крупные и прям как надо.
Вот как проверить, авокадо хороший или нет, вот так вот нажимаете на него. Видите, ямка получается, ну, вам плохо видно. Вот он мягкий, ямка, но когда отпускаете, он выравнивается. Это значит, что вот самый раз, самое то. Прям берете, брать и есть. Булочки, лепешечку. Очень сейчас хочу эту лепешечку съесть с маслом. Прям мечтаю об этом. Перцы. Решила все-таки делать сегодня фаршированный перец. Вот такие вот сухофрукты. Соня их любит. Там яблочко и клубника. Молоко. Моя любимая колбаска Иберика. Вот такая вот плоская. Очень ее люблю. Мокрые салфетки. Полоскалки для рта. Фарш, зубная паста. Люблю вот пасты вот такие, которые вот так открываются, которые не надо откручивать. 3 бутылочки вина. Так, пусть будут про запасы. Это очень мне нравится это вино. И оно было на скидке. Оно стоит 7 евро, а так оно сегодня по 5 было. Я решила взять сразу 3. И пью в последнее время, если пью, то только розовое. Что-то белое вообще у меня от белого изжога. Красное терпеть не могу, все остальные напитки это too much для меня, а вот розовое, не кислое, прям отлично заходит. И памперсы на ночь, Соня. Все вместе где около 80 евро примерно. Сериал «И просто так». По-моему, в этой или следующей серии должна вернуться Саманта, которой не было в первом сезоне и пол второго. И вроде как должен вернуться Эйда. У-ху-ху, жду не дождусь. Кто-то уже раньше любил больше Мистер Бига, а с возрастом понял, что просто Эйден вообще-то гораздо лучше. Если посмотреть со стороны здоровых отношений. И лепешечка с маслом и с колбаской. Да. Я тут вспомнила, что я же покупала вот такую вот штуку. Врач мне мой советовал. Концентрат, выжимка из кучи разных овощей и фруктов. Его надо 10 миллилитров. Сейчас давайте-ка выпьем. Как раз сейчас зима. Мне кажется, это будет мега невкусно. Фу, а что он такой густой? Отвратительно. Просто отвратительно. Может, в холодильнике не надо держать? Так, 10. Класс. И на 90 миллилитров воды. Давайте попробуем. Нормально, учитывая, что тут, я даже не хочу вспоминать, что даже лук, так больше морковка, что ли, слива как будто. Как раз сейчас зимой, учитывая, какой у меня был завтрак, булочка с колбасой, просто ужасный, это место салата. Хорошо, хоть этого немного, можно быстро выпить. Не, нормально. Нормально, пить можно. Я думала, будет хуже. Не, даже вообще нормально. Что-то немножечко такой с кислиночкой. Раз в день буду пить. Сижу, монтирую видео, просто засыпаю. Позвонили мне сейчас с ателье, сказали, 70 евро будет стоить заменить кнопки. Касса, они будут не только с одной стороны, и с другой стороны. Я, честно говоря, вообще не понимаю. Там мне сказали, что с той стороны нельзя, только с той. Эти говорят, можно. Но этих видно, я зашла, у них прям так получше там выглядело. И я посмотрела, такие вещи висят. И очень много висело всяких дизайнерских вещей. Я думаю, что они там знают, что делать. Ну, надеюсь. В общем, он сказал 70 евро, я говорю, ну что так дорого, может, говорю, поменяйте мне только те, которые... Он говорит, у тебя 7 штук, пока поменяешь. Я говорю, поменяйте мне только парочку, которая не работает. Я говорю, тогда они будут отличаться по цвету. В общем, потом взял шеф трубку. Я говорю, да я не ношу почти эту куртку. Он говорит, ну давай 60. Я говорю, ну давай 60.
10 евро скидочка. Ну все же, говорю, давайте, говорю, за 50 я согласна, говорю, я ее не ношу почти. Он говорит, ну давай 60. Я говорю, ну ладно. Ладно, пусть делают за 60. Люблю эту курточку. Кофе бы, но нет. Вот что лучше, засыпать или взбодриться, но ходить трястись? Я выгляжу как бомж сегодня весь день. Я такая разбитая, не могу себя собрать, не могу себя собрать. Надо собраться. Я еду за Соней. Позже придет ко мне немец, точнее к нам. Соня еще не будет спать. Они же уже знакомы. Вот. Так что. А я буду готовить сегодня фаршированный перец. Он говорит, о, я как раз это обожаю. Он говорит, наверное, у тебя очень вкусно. Я думаю, ну, блин, пипец. Я теперь точно его либо пересолю, либо не знаю, что разварю. Так что надо взять себя в руки. Может, все-таки рыбульчика купить. Не знаю, что со мной. Просто либо, я не знаю, либо меня выбило за вот эти вот дни. Потому что, ну, каждый день венцо все равно, наверное, силы это забирает. Мне же уже не 20. Либо просто воды побольше пить. Тут у меня холодная вода. Не, нормально сейчас. О, когда берешь... Даже нормальная вода, когда берешь мятную жвачку, потом запиваешь, просто капец в горле. Холодом жгет. У меня, кстати, сушняк. А еще я очень хочу мандарины. Да. Мандарины хочу, точно. А что я сегодня не купила? Шла мимо них, а их даже не видела. Сезон же начинается сейчас или когда, или зима, они их сезон. Но уже везде продают. Я уже покупала, были вкусненькие. Грязная девчонка в чужой шапке. Сонь, как дела? What do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. Don't give it another shot. We've had enough, I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, believe me, you have to run away. What do you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue. No lies can help with what you're going through. Some things can change, but you know it won't. Why do we wait for the worst? Everyone knows that the ending is cursed. This ship is sinking, so just say the words. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, believe me, you have to run away. Never better when mistakes are made again.
This poison's in my veins. Liars are all the same. Этот влог мы будем заканчивать с утра. Да, дочь? За завтраком. За завтраком. Ни свет, ни заря, в 7:20. Ну, не надо так, Сань, некрасиво. Вчера мы все поужинали, пришел немец. И ему очень понравились мои перцы. И он даже попросил добавки. И все, потом я уложила Сонечку, и мы сидели, общались, смотрели сериальчик тоже. Да, дочь? Ну и солнышко. Вот, поэтому я с вами вчера не попрощалась, прощаюсь сегодня. И мы увидимся в следующем влоге. Пока.